Ездил пьяным за рулем, остался без машины. Прокуроры Котельнического отдела добились конфискации автомобиля у водителя-рецидивиста. Также мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ с лишением права вождения на 2 года. В суде установлено, будучи пьяным, 15 января подсудимый ехал за рулем Audi 80 по Котельничу, где его и остановили автоинспекторы. Автомобиль правонарушителя в момент совершения указанного преступления находился в собственности подсудимого. При таких обстоятельствах суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры, обоснованно применил положение статьи 104 прим. Уголовного кодекса России и конфисковал, то есть обратил в доход государства автомобиль правонарушителя.